Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня я по традиции приглашаю вас в свою гардеробную. Покажу те покупки, которые я сделала в секонде. Секонд-хенд сегодня меня порадовал. Много классных вещиц я нашла. Конечно, все покажу вам с примеркой при близком рассмотрении. Надеюсь, вам понравится сегодняшний ролик. Такие вещицы сегодня я хочу вам показать. Не так много, но они все классные. Уникальнейшую вещь хочу показать сразу, чтобы, так сказать, вы сразу поняли, какие вещи я люблю и что я предпочитаю искать именно в секонде. Это вот такой жилет. Жакет, вернее. На первый взгляд он очень простой, стеганый. И подобных курточек у меня очень много. Привлекла расцветка такая анималистичная. И причем, посмотрите, здесь разный стиль леопарда. И типа мультяшный какой-то. И вполне себе такой натуральный. И кружочки. И в общем разные, как, ну, как в стиле пэтчворк, да, эта куртка собрана. Окантовочка тоже мне понравилась очень. И по ощущениям, честно говоря, она меня сразу привлекла. Сейчас покажу по спинке, как она выглядит. Обычный прямой крой. Вся фишка у этого жакетика, да, в ткани самой. И я рассказывала на своем канале в подкастах о том, на что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке. Это, конечно, расцветка, затем нужно тактильно потрогать ткань. И если у вас есть вот эта уже насмотренность плюс опыт, то вы не ошибете и вещь классную выберете точно. Ну, вот то, что сделала я. Конечно, я сначала посмотрела расцветочку, такая себе интересная, да, потрогала, и идея у меня такая возникла, что это что-то такое прям вот натуральное. Вывернула обратную сторону, посмотрела, насколько тщательно, аккуратно сделаны все швы. В общем, просто великолепная вещица. А когда посмотрела на состав, это 100% шелк, посмотрите, и акрил. Ну, так поняла, что шелк — это вот эта наружная ткань прошитая. Она действительно такое впечатление прям и создает уникальное. И акрилик, я думаю, что это вот подкладочная ткань. Но это классика жанра, как говорится. Вот такой классный жакет купила. Совершенно за копейки. Тоже спрашивают меня про цену. Но каждая из вещей, которые сегодня и в целом я показываю, она не составляет более 2-3 долларов, как-то так. А следующую вещицу, не буду на ней, вот, кстати, долго задерживаться, потому что это база, это классика. Подобные вещи, особенно зимой, встречаются часто в абсолютно новом состоянии. Это студия Works, часто встречается, не из дешевых магазинов, но вот подобные вещи. И на лето я люблю спать в качестве пижамки. Подобные маечки тоже часто использую. Так что взяла, не стала упускать. В отличном, в новом состоянии. И следующую вещь, которую тоже купила сразу, прям вот можно сказать, не глядя. Это вот такая летняя маечка. Простите, с магазина Мэнсис, тоже не из дешевых магазинов. И вроде как классика, да, обычная, можно как в качестве жилета летом просто украсить какую-то белую футболку, белую майку. Купила, потому что вот такой удивительный орнамент, напоминает макраме. И причем макраме это связано из трикотажной нитки. Очень красивая спинка у этого жилета, блузки летней, а сама она выполнена из такого тонкого трикотажа. Ну и, конечно же, цвет очень выигрышный в возрасте. С возрастом, конечно, цвет имеет значение, и яркость вот таких оттенков, она тоже приветствуется. В отличном состоянии такие перламутровые пуговицы, причем пуговицы перламутровые на, сейчас я вам покажу, на металлической основе. Так как я увлекаюсь винтажной бижутерией, украшениями и ценю вот подобные детали, то есть это металл и это такой, такой покрытие жемчугом. Следующую вещь, которую тоже взяла и сразу, как говорится, не глядя, тоже из Мэнсис магазина.
Необычная. На самом деле таких вещей она как базовая, встречается много и часто, в принципе. Но необычная вот такая, типа, изыск такой по горловине. И опять-таки качество самой вот этой ткани классное. Ну и эта вещица такая вот прям с претензией. Такое кружево по рукаву идет и на резиночке. Свободной крой, классная вещица, отличный цвет. И здесь, по-моему, отсутствует, а нет, есть состав ткани. Так, и это полиэстер, район и спандекс. Отличный состав, очень люблю я ткани район, это натуральное волокно, которое прошло химическую обработку, так что к телу она приятная. В общем, вещица тоже такая вполне себе достойная, на мой взгляд. Следующую вещь, которую хочу показать, и тоже она мне понравилась, это как раз вот прям сейчас-сейчас можно ее носить. Это студия Works, тоже магазин не из дешевых, производство США. И это вот такой кардиган, не кардиган, ну не кардиган вернее, а как джемперок, вот да, стикерсу тоже понравилось, да, мой хороший? И такой классический крой, свободный, на футболку, с джинсами, можно под ремень. Кстати, в прошлом видео я вам показывала ремень от Fossil. Думаю, что вот сюда он тоже будет такой прям добавлять брутальности, потому что вязка сама такая крупная. Но такой изыск в том, что здесь есть нитка люрекса. По-моему, камера так хорошо себе это все передает дело. Ну, как накидка в качестве немножко такого утеплителя тоже здорово. И по составу так, и состав акрилик 97%. И здесь отер файбер. Ну, думаю, что вот эта вот нитка так металлическая называется. Тоже вязка такая, он такой мягенький для акрила. Это, конечно, самое то, что он ноский, он не мнется. В общем, вот такая вещица в поездку с собой. Удобно будет брать такую вещицу. Ну вот такие сегодня покупки. Напишите, пожалуйста, что из сегодняшнего вот такого моего улова вам понравилось, приглянулось. Мой фаворит, конечно же, это вот эта вот куртка из натурального шелка, великолепная просто курточка. Ну, мне очень приятно, если вы свои впечатления тоже напишите. Давайте обсудим мои сегодняшние покупки в комментариях. Да, и обязательно посмотрите те подкасты, которые я с удовольствием делаю, в которых я объясняю все тонкости находок, покупок в секонде, те, которые мне помогают сделать правильный выбор, да, стикерс. Ну, и мои дорогие, надеюсь, сегодня вы получили удовольствие, немножко отдохнули, расслабились. Надеюсь, что в следующем видео вы будете вместе со мной. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами мы увидимся в следующем видео из моей гардеробной. Всем пока-пока.